Большой спорт начинается во дворе. Разминка, скакалка, пробежка, чтобы держать себя в форме. Физкультура должна стать хорошей привычкой. Подруги Сабина и Саша спортивную встречу с известной фигуристкой Ириной Слуцкой ждали с нетерпением. Дружной командой размялись и пробежали по живописной Самарской набережной. Юные спортсменки уверены, отличная физическая форма – залог здоровья и хорошего настроения. Некий адреналин в жизни. Ну, не просто сидеть дома на диване, а ходить куда-то и ради чего-то стремиться. Я чувствую энергию, какой-то позитив. Ну, как бы спорт мне дает какой-то позитив, энергию в жизни. Встать и пробежать дистанцию длиной в 5 или 10 километров сможет любой, кому есть 18. Общая протяженность всех трасс составит более 40 километров. Организаторы обещают, путь марафонцев будет сложным, но невероятно интересным. Самые быстрые и выносливые получат медали и памятные призы. На пресс-конференции, посвященной марафону «Вставай и беги», который в Самаре пройдет впервые, Ирина Слуцкая рассказала о пользе бега. Для того, чтобы поддерживать свою физическую форму, я сама бегаю не каждое утро, но стараюсь не пропускать, потому что функциональное здоровье и физическое здоровье, мне кажется, бег – это вообще основа всего. Марафон призван привлечь в первую очередь людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, работают в офисах, редко делают физкультуру. Ожидается, что основную массу спортсменов составят работники крупных предприятий. Участие в празднике бега обойдется в 1500 рублей. Собранные деньги пойдут на благоустройство в Самаре спортивных площадок во дворах, строительство новых спортивных объектов, поддержку инициатив активных жителей. Чтобы ничто не помешало боевому настрою марафонцев, столица региона основательно готовится к спортивному событию. Мы организовываем судейство данного мероприятия, мы работаем над маршрутом совместно, мы работаем над вообще организацией и в целом всей спортивной составляющей. Изюминку в общение организаторов марафона с журналистами внес мастер-класс по приготовлению полезной пищи. Доказать, что здоровый спортивный дух живет только в здоровом теле, горожане смогут 4 сентября. Для этого нужно просто встать и побежать. Алина Чемерис, Константин Головин, «События».